Мы выходим, ребятки, вас сейчас будем убивать. А, Пиксмоук тут! Здрасте, приветики. Мы вас всех убили. Иди ко мне. Здорово, Вася. Йоу, ребятушки, хочу вам порекомендовать канал Санчеза. На нем вы найдете летсплей по сампу на проекте Advance RP. Парень только начинает снимать, он очень старается, и это у него довольно неплохо получается. Нифига себе я рифму сейчас сказал. Так что давайте поддержим его и подпишемся на его канал, ссылка в описании, а я желаю вам приятного просмотра. Перед просмотром этого видеоролика хочу передать привет Альберто Сопрано с Diamond RP Onyx, Джеку Сэммонсу с Advance RP Chocolate, Марку Велеско с Advance RP Silver, а также передаю привет Петру Дантеору с Advance RP Purple. А если вы хотите, чтобы я также передал привет именно вам, то напишите в комментариях под этим роликом «Райли, передай привет с указанием своего ника и сервера, на котором вы играете, и я обязательно его передам». А мы переходим к просмотру этого видео. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Раймонд. Также со мной сегодня Рейли. Всем привет, ребятки. И сегодня у нас довольно интересная идейка для серийки. Я сейчас стою рядом с админом, ну не только с админом, еще с другими людьми. Мы спонсоры мероприятия «Злые клоуны». Вот сейчас будем проводить это мероприятие. Раймонд, конечно, не спонсор этого мероприятия, к сожалению, но он будет участником этого спонсора. В общем, я попытаюсь всех сегодня порешать. Будет сегодня мясо дикое. Да, сейчас я передам привет. Привет получает Эрнесто Бразерс. Удачных съемок новых, так сказать, фильмов. Это ж комедия они снимают. Бразерс? Ну да. Да, это ж комедия. Точно, совсем забыл, блин. Там шуточки просто, ну, как бы тонкие такие вот. Не все могут понять это. Мы можем смотреть сегодня в завтрашний день. Все, давай, готов. ТП пиши быстро. ТП, пиши. Ты все написал, ТП. Все, сейчас будет мясо, строй, пишем, строй. Блин, вообще флут пошел дикий. Ранее половину туда построили. Ну, потому что, знаешь, сколько сейчас здесь людей? 109 человек. Вот в этом. Как ты это понял? 110. Короче, нажимаешь F5 и pet slot used. 113 уже. В общем, сейчас будет просто, друзья, месиво дикое. Я сегодня буду понижать свою законочку. Точнее, вот. Ты ее до минус 100, мне кажется, угробишь сегодня. Не, вряд ли, скорее всего. Ну, хотя не знаю. Я обиделся. Ну, ладно. Ну, ок. Тот чувак просто написал, не знаю, может, он не хотел стать спонсором, но не стал, к сожалению. Цены онлайн вообще дикий. 800 человек просто держится, не спадает никак. Разбегаемся, все, беги, беги, беги. Сейчас будем бежать. Тебя. Ой, знаешь, искать. Так легко бежать, когда у тебя 20 FPS, блин. Лучше бы сделали бы на корабле, потому что здесь как-то нет, я не нет, знаю. Нет, для таких денег, чувак сказал, этот админ, типа, мало места там. 150 людей, друзья, 150 человек, 154 уже. Офигеть, столько. Да, довольно-таки до хрена, если так грубо сказать выражаться, то людей тут, ну, немало. Давай ставим ставки. Какой вот ID будет выиграть, да, вот с каким первое число, там, 200, 1, 2, 3, 4, 5? Так, сейчас думаю. Скажу так, ну, у меня ID 166, поэтому я думаю, то, что выиграет, ID, конечно же. ID с соткой, да, сначала? Да, ID с соткой. Я думаю, ID с пятеркой какой-нибудь тут будет. Спасибо за поддержку огромное. Ну, мы посмотрим в конце, с какой ID выиграет. А, чуть, так, стоп, мы еще не выходим на охоту, а то меня сейчас кикнет, не дай бог, конечно же. Я не хочу. Да, если кикнет, конечно, будет обидно, так просто минус 50к даже, ну, не поиграв фактически. Да, так что буду пока что придерживаться правилам и чтобы да, все было да, отлично. Да, да, ну, в принципе, сейчас, да, начнется мясо. О, мы выходим, как... ребятки, вас ой, сейчас ой, будем ой, убивать. Ой, ой. Так, дядя, слушай, выходи. Все, мы пошли. Ну вы дратуйте, полегче. Дратуйте, там, дратуйте, дратуйте. Здорово, бандиты. А здорово. Вам там много дали патронов? Ой, дофига, тут у меня 600 патронов на М-ке. Это мало, тебе на всех не хватит. Ну, чисто сами, если будешь... Так, я уже двоих мать... стоп, он отпор дает! Ха-ха-ха, чё не так-то всё легко? А стой, стой, нет, стоп, я своего случайно сейчас убиваю. Стоп, я случайно своего чуть не убил. Так, стоп, окей. Так, дядя, здорово, мы тебя убиваем. Все, минус дал. Так, отлично. Следующий претендент на 50 тысяч кто? Так, попал. Так, дядя, убил, отлично. Там уже так сражаетесь активно, я так понимаю. Да, там вообще мясо творится, ты бы видел. Все, убил, минус сколько дал, сколько, уже 3 минуса дал. На капте так бы давал. А сейчас размечтался на капте, он столько минусов даст, конечно. Да. Мечтатель просто ты, вот что я тебе скажу. Я просто похлопаю.
Ну давай, тетя, давай, умирай. Стоп, у него ГМ? А нет, у него нет ГМа. Я же испугался, думал, бомжара-ГМщик. О, здрасте, чуваки, здрасте. Здрасте, приветики. Мы вас всех убили. Ух ты, можно, кстати, взять эту военную форму. Но я, конечно, это делать не буду. Ну да, потому что я потом сам кикнут. Да, как бы посчитают за игрока. Думаю. Так, мы бомжа сейчас убиваем. А, Биг Смоук тут! Давай беги, беги быстрее куда-нибудь. Лол. Капец, они прям... Блин, я свой план... Блин, Биг Смоук прям на меня... Не пиздец. Пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. О, я вижу мясо. Биг Смоуки прям тут уже. Я вижу мясо, отличное мясо, просто. Они убегают, прекрасно, это мой шанс свалить. Это мой шанс. Я должен успеть. Я не могу попасть в него. Блин, он так, скачет так, между куда, этими. Куда? Ладно, короче, забьем. Ну, бомж с обейтом, на. Да ладно, с обейтом? Да, бомж. 21-й день, если что, с обейтер. Я удивлюсь, если он все-таки выиграет. Напиши в репорт 21 читер. Прям мимо Бигсбока пробежала, не, я не заметил, алло. Так, минус дал, отлично. Так, у меня патроны, наверное, скоро закончатся. Блин, убили меня, вообще непонятно откуда. Убили? Не заметил, да. Печаль, да. Печаль. Так, ну, в принципе... Плечо меня ранили. Они вообще везде на крыше где-то спрятались. Нормально. Так, ребятки, тут чувак, в общем, покинул пределы, я его убил. Ага, он анимочку использует. Но, к сожалению, ты потерял свою возможность получить 50 тысяч, я тебя случайно убил. О, еще один, красава. Так, дядя, ну куда ж ты побежал-то? Я ж тебя убью все равно. И тебя убью. Тут, короче, в полете Вагаса убил. Вообще прям эпично получилось. Так, ребят, самое мясо находится вот прям вверху. Ну, я не знаю, куда, как туда добраться-то. Вообще не знаю, как вот туда люди забираются. В принципе... Если обойти, то можно как бы забраться, но я не знаю, где вход. О, бомжик бегает, давайте его прищучим немножечко. Иди ко мне. Здорово, Вася. Все, мы тебя слили, отлично. Так, ребят, тут очень много народу вот около вот этой стоечки. Давайте же сейчас их всех вот убьем. Вот они, бомжи стоят, вот они. Так, выходи. Выходите, пацаны. Выходите. Пошел. Они крутятся вокруг этой. Ребят, я не знаю, как их оттуда вытащить. Просто они вокруг этой бегают. Догонялки туда-сюда обратно. Карусель начинает рассказ. Там-т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 ам. Блин, ребят, я не знаю, как их вытащить. Тут, короче, чуваки, вокруг крутящиеся штучки бегают. Я их не могу поймать, просто не могу поймать. У меня 30... Ну, вокруг... Мало осталось. Мало, да, очень мало народу. Но тут два бомжа, короче, бегают вокруг. Ой, вот этой водонапорной башни, я их не могу в них пристрелить, потому что я в одну сторону, не в другую. Вот карусель, короче, получается. Ну, ты встань на месте и пусть не бегут. Ты бы видел это. Так, ну уже, блин, я не могу попасть. Потому что они ворочаются. Так, минус, отлично. Минус бомж. Но у него вообще вот этого чувака лоу хп. Все, минус дал, отлично. Справился, наконец-таки. Гетто Тащер 228. Так, одинокий мальчик бегает вокруг... А, нет, это не одинокий мальчик, это админ. Так, ребятки, походу наш ТП-шнули. И как бы... А кто выиграл-то? Кто выиграл? Мы же всех порешили. А кто победил? Скажи, что я. Никто не победил. ID 166, прикинь, тэпн. 166 назови. 166 написал, в общем. Ща пересмотрю фрабс. А, у него фрабс у этого сугроба. Я ручаюсь, что 166 выиграл. Не, админ записывал. Не, я походу тот бомж, короче, выиграл. Так, ребят, вот, выбрали 347-го бомжа. Ага, а, да-да-да, я его слил последнего, да, K-Game не знаю, как прочитать, Учиха, я его слил, в общем, за мной, походу, админ следил, поэтому
он и узнал. Ну что ж, ребятки, вот оно, довольно эпичное мероприятие мы организовали. Выиграл тут бомжик. Ну, конечно, не знаю, как ему передавать денежки. 250 тысяч все-таки. Через Pay, скорее всего, будет админ париться. Ну, и тогда закончим на этом серийку. Надеюсь, она вам понравилась. Если понравилось, то обязательно ставьте лайкосик под видосик. Вот, и подписывайтесь на наши каналы. Ссылки будут все в описании. Вместе так, сказали. Да, ну, это был Раймонд и Райли. Всем пока. Да, друзья, всем пока-пока.